Всероссийский день поля – это выставочный проект Министерства сельского хозяйства России. Здесь демонстрируют важнейшие достижения отечественного ПК. А аграрии получают возможность обсудить самые насущные вопросы. В торжественной церемонии открытия принял участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Если раньше мы говорили о том, что мы вынуждены импортировать часть продукции, которую мы потребляем внутри страны, то сейчас ситуация поменялась. Мы выстраиваем экспортно-ориентированное сельское хозяйство. Мы говорим о том, что к 2024 году необходимо, по сути дела, удвоить экспорт сельхозпродукции до 45 миллиардов долларов. Ну и, конечно же, это было бы невозможно, если бы не было вот тех условий, которые для нас создали наши западные партнеры. По подсчетам организаторов, в этом году во Всероссийском дне поля, который проходит на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, принимает участие больше 8 тысяч аграриев. Свою продукцию, достижения и разработки на Всероссийском дне поля в этом году демонстрируют ведущие аграрные предприятия Мордовии. Консервный завод «Саранский» показывает свои новые разработки. Отдельную экспозицию также представили сыроделы из «Ичалок» и «Инсара». Особый интерес вызвали достижения Атимарской птицефабрики, одного из крупнейших производителей куриного яйца в России. Предприятия из Мордовии уже сейчас выстраивают свою бизнес-модель, ориентируясь не только на внутренний рынок. Агробизнес готов участвовать в проекте удвоения экспорта сельхозпродукции. Юлия Парунова, Павел Толобаев, наши новости.